Витамины группы В – это соединения, источниками которых являются растительная или животная пища. Какая же роль витаминов группы В в организме? В первую очередь, помогают усваивать микро- и макроэлементы, приходят на помощь иммунитету, участвуют в синтезе белка, ДНК, РНК и делении клеток, улучшают состояние кожи и волос, поддерживают гормональный баланс, защищают организм от анемии, помогают справляться со стрессами и нагрузками, поддерживают работу пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой системы. Получить из продуктов питания больше веществ, чем положено, невозможно. И стоит помнить о том, что представители B-комплекса водорастворимы, а соответственно в организме не накапливаются и легко и быстро выводятся из него. Передозировка, естественно, возможна, но в том случае, если привлекать дополнительно витаминные комплексы группы B. Обязательно подписывайтесь на нас и оставляйте комментарии.